Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Минтранс рассмотрит вопрос авианаправления Киров-Мурманск. Рейсы в Мурманск не вошли в расширенную программу полетов на 2024 год. Она прорабатывалась совместно с другими регионами и авиакомпаниями. Учитывался при этом опрос жителей. После оглашения списка городов, в которые можно будет улететь из Кирова в следующем году, в группе «Бизнес-новостей» во ВКонтакте один из читателей попросил вернуть полеты в Мурманск. Министерство транспорта Кировской области ответило на этот комментарий. В сообщении ведомства говорится, что вопрос организации регулярных рейсов по маршруту Киров-Мурманск с учетом предложений авиакомпаний и правительства Мурманской области в части софинансирования этого направления будет дополнительно рассмотрен. Произойдет это после того, как завершится ремонт в Победилово. Киров планирует зайти продуктовая сеть «Находка». Ритейлер из Татарстана собирается открыть в 2024 году не менее 100 магазинов. Как сообщила «Коммерсанту» руководитель сети «Находка» по Пермскому краю и Республике Удмуртия Гузель Амирова, компания намерена уплотняться в регионах присутствия и продвигаться дальше на Урале. Открытие магазинов рассматривается в 10 субъектах Поволжья и Урала. В Татарстане, Башкирии, Мариэл, Удмуртии, в Пермском крае, в Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областях. В эфире «Экономика». Кировчане сдали в банке мелочь на 700 тысяч рублей. Деньги принимались в рамках всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла с 25 сентября по 8 октября. Жители Кировской области сдали в банке более 136 тысяч монет разных номиналов. Больше всего кировчане принесли монет по 10 рублей, на втором месте по рублю. Их можно было обменять на банкноты без взимания комиссии или зачислить на банковский счет. В итоге в оборот из копилок жителей региона вернулась мелочь на общую сумму более 700 тысяч рублей, рассказали в отделении Киров Волговятского ГУ Банка России. Также там отмечают, что зачислить монеты на банковский счет или обменять их на бумажные деньги можно не только в дни специальных акций. Мария Кожевникова, новости «Экономики» в Кирове. Программа «Экономика».